палочка пошла все-таки. Чуть подальше, там песок. Там песок мягкий. Стой, стой, стой! Там песок мягкий. Надо, блин, с той стороны снимать, напротив солнца, видишь? По солнцу съемка, да? Ну чуть-чуть, немножко соленоватая. Я пукнула, смотри, коленка. Вот просто это же попало. А ну я тут люблю, я в ушах уже давно она залита. Борьба такая с волной. Борьба, ну именно борьба идет. Пошли вот до сюда вот. Не, вот, вот, все, вот. По яйцам, блядь. Ну что, пойди, такие дураки, наверное. Ну так с Урала, первый раз на море. Вот здесь песок, заходи сюда, вот песок. Не-не-не, мне... Держи меня. Так... За руку я тебя удержу. Я удержу тебя за руку. Ну, блядь. Опять ты, почему сюда ты не идешь? Я боюсь. Так сюда почему ты не идешь? Почему ты туда по солнцу туда обходишь? Боком вставай, боком. Она не так сильно. Не так сильно вот боком вставай. Боком не собьет. Слушай, не надо, я не люблю этого. Что я? Я боюсь и так, что ты? Молчу. Когда меня подставляешь, ты где боюсь? Я пошла сама купаться. Вот песочек, да, внизу? Мягкий. Нету, вот он, да, все. Вот это граница. А там что дальше? Песок? Не. Сейчас вот здесь ты встаешь выше уже. То есть ты как бы вот такая ложбинка и вверх. Да, я тебе говорю, тут поменьше. Они просто прокатывают. Да.
Ну надо, камера. Жара. Солнце в зените. Виноградик мой поспевает здесь. Вкусный, вкусный, сладкий, сладкий. Местный охранник Баксик. Солнышко тут. У нас вот еще нора с каким-то борщем. Борщ сварила на местных овощах, которые здесь растут. Я уже немножко сгорел, чуть-чуть, видимо. Ночью, видимо, даст мне просраться. Солнышко нифига не загорает. Ходит белая вся. Как это не загорает? Не знаю, нифига не загорает. Вся вон белая. Я... Не, не, немножко есть чуть-чуть. Я не белая, я слоновой кости. Это самый лучший закон. Фина, я шоколадная была? Да. Буду еще, подожди. Мы еще только начали загорать. Подщипать. Ты тут это самое. Я спросил. Есть не будет. Оля сказала, что они все это, им больше не нужно. Все, все срезают и выкидывают. Ну, да, поэтому можно спокойно кушать. Вот вкус именно Советского Союза. Да, сейчас продажи нету его почему-то. Этого винограда в Советском Союзе возили. Забыл это. Вот так вот, да? Вася! 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 Ты поешь, что ли? Конечно, моя. А где он взял-то? Где, где? Висела на этом. На стуле. Ну вот, блин. Про него рассказывают, про этого Басю, что он один раз женские трусы вытащил из номера и прямо здесь на всеобщее обозрение бросил посреди. Дорвались уральцы до винограда, блин. А тут кто-то не ловит, он не сделает. И там, а ты куда идешь? Все, молчание. Ну, пока дойдет, пока дойдет. Пока она скажет. На. Че? Позавчера. Говорю, пока дойдет. Господи, все выключил. Ну ты его нажала, потому что. Где мы? Вот это. Ну правильно, слушай, сегодня пятница. Я что-то про них забыла совсем, про кошаков-то. Давай, езжай. Добрый день. Это хозяин. Держи. Да.
Да. Все, можно, пожалуйста. Снимаю фильм. Да. Фильм снимаю. Передавай привет Славе. Вика, да, сейчас. Сейчас ответит. Ответит? Ну, интернет пока он дает. Да. Слава, привет! Привет, Вика, привет! Сейчас расскажу, сейчас он ответит. Говори. Вика, привет! Привет, родная! Сейчас ответит. То есть пока туда дойдет, по интернету, пока обратно. Вышки все эти пройдет. Он пытается соединиться. Сейчас. Здесь бывает пропадает. Отвечай, Куся. Не расслышали тебя. Дома на работе. Как дела у вас там? Как бабстик? Хорошо. Все замечательно. Все здорово. Все хорошо. Погода хорошая, тепло. Сейчас вот так красно говори. Ага, все хорошо, все замечательно у нас. Погода хорошая, тепло. Да. А у нас не очень хорошая. Да. Басик у нас, как басик. Он лежит, заорает, басик. Ладно, в следующем году приедем. Давай. Привет всем там. Юрий. Привет всем передавай. Таську, малому. Огромный привет передавай. Что соскучились мы. Вот это связь. Ну, все равно и то. От солнышка борщ поставил домашний, как дома готовим. Так и хорошо, что мы. Сейчас добавим немножко фэри, пару капель. Вот здесь груши, да? Да. Вон груши висят. Груши на дереве были. Красные. Они тоже, наверное, такие грубые, нет? Ну. Вот идем вечером уже. Вон какие барашки там. Но я все равно в воду полезу. Солнышко говорит, не хочет купаться. Не хочет. Делать ему нечего. Шторм такой чокнутый. А он вот лезет и лезет в эту воду. Прямо сдувает с места. А ему вот надо туда, надо в эту воду лезть. Вон что, волны какие. Оно ему нужно. Высоченные волны. Нет, ему надо лезть.
приехали, блин, на море. Как кошмар. Кошмар какой-то. О, ныряльщик, блин. Боится она моря, блин. Обозначил свое местоположение. Круг он лег так. Почему так получилось? Нимб у тебя над головой. Пойдем мы, солнышки, гулять по деревне, смотреть домики, как люди живут. Вот. Если мы остановились, это мы пошли. Небо затянуло. Сейчас уже скоро темнеть будет время. Сколько? 6, наверное, да? Будет темнеть. Какой-то холодный. Ну вот она та такая приятная. Ну, для меня, по крайней мере, не знаю, как для тебя. Для меня приятная такая погода. Ты посмотри, какая у тебя видео загоревшая. Че? Загоревшая? Конечно. Оль, сними себя. Весь черный, как этот. Нифига себе, ты загораешь-то. Вот. Вот какая-то улица здесь. Как она называется? Это вот сын, наверное, едет. Нет. Нет? Первомайский переулок. Угу. Вот смотри, грецкий орех. Здесь, видишь, здесь все в основном это гостевые дома, как бы, да? Такой вот маленький домик снять. Ой, курочки там. Курочки, ага. Не, ну понятно, гостевые. Я говорю, вот такой вот маленький. Зачем нам с тобой такую вот бандуру? Снимем где-нибудь в Темряковском районе домик. И будем с тобой виноград лупить первые 2 недели. Потом выкидывать. А потом через месяц. Посмотри, вот этот поселок, дороги, да, хорошие. Серия тут. А потом через месяц нам все надоест. Я тебе скажу, так как, Сережка, домой. Не-не-не. Здесь видишь, у меня вон даже вот эти зажили. Вернее, начали заживать. То есть климат такой приятный. Ну. Не потеешь, нифига, главное. Да еще неизвестно, что будет. Ну, посмотрим. Зимой. Зимой тут холодно. Такая промерзлая такая. Снежочки выпадают даже. Ну, газ везде, видишь, протянут. Это вот на Крым машины идут. Тут осталось чуть-чуть до переправы. Да? Ну, домик построился. Вот тоже гостевой. Да не считай. Трехэтажный. Ну, живой-то. Ну, не хозяева где-то. Видишь, вон машины идут, видимо, паром пришел.
Секундочку. Это вот крымская трасса на Керчь идет. Ты что тут снимаешь? Угу. А что им там не глянуло, которые победили? Такой. А, понимаешь, сейчас места много у всех, поэтому они ездят, всех проверяют, где получше. Там вообще, мне кажется, очень хорошо у Ольги. Тоже домик сделан, да? Все аккуратненько. Ну, видишь, все закрыто, жаль, закрыто, никого нет. То есть, видимо, Москва себе тут. Вот, слышишь, как воздух спускает, да? Это называется пердун вот этот. Да? Да, только он немножко модернизированный. Пойдем посмотрим вот эти, на рынке-то идти. Поделки-то идти. Да недалеко. Погода начинает портиться. Тучи идут, циклон какой-то. Видимо, дожди будут. Тон груши тут, да? Сейчас. Никому ни нахрен не нужны. Сдаются комнаты вот в этой халупе. Здесь вот? Нет. Ну это просто так холодно. Ага. А вон там, наверное, комнаты сдаются. Кондиционер, Wi-Fi, душ, ТВ. Ну там, наверное, оно. Да вот они покупают вот такие вот. Сами и строят, ну. Да, там строят. Смотри, как классно, да? Заросшие все. Да. Это дом еще старинные постройки, видишь? Такие старые. Холодно, блин. Я замерзла. Сгорело он все. Жжет. Горит. Горит. Акация. Ну, видишь, да. Везде комнаты сдаются. В июле тут все забито. Наглухо полностью. Машина тут стоит, блин. Утро очередного дня. Солнышко там вроде омлетку-то готовит. Завтрак. Доброе утро, солнышко. Доброе утро. Ты уже чернеть начинаешь. Да? Угу. Неужели? Ты же сказала, я не поддаюсь солнышку. Что там у тебя фыркает? Ой, что там у меня фыркает? Да? Омлет. Но все время что-то фыркает. Угу. Что-то фыркает, готовится. Ты покажи, что фыркает-то здесь. О, он тебя уже сгорел. Нет?
Ну, пока еще не звезд. Можно крышку закрыть? Помидоры каждый день. А что, не, классно, наоборот. Местные. Вот именно, местные помидоры. Это утро виноградник. Местный домашний. Это Слава хозяин. Доза с утра. Доза. Вот мы готовим, да, практически. А есть ставить неохота, да? Так, через силу, блин. Тебе неохота, не ешь. Вот начинается у меня. Нет, я говорю, вот почему-то здесь меньше охоты есть, чем дома. Не знаю, почему тебе так есть не хочется. Водичка наша уральская. Да хватит, куда она? Давай заберем это чем-нибудь, пока у нас тут. А то они там начнут вылезать. Что у нас воды осталось? Вот это одна. Все, холодильника нет, что ли? Ну и холодильник. А ну внизу холодильники целые еще. Солнышко так туда-сюда. Чпок, 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 чпок. Туда-обратно километр наматывает по площадке. Очередной раз идем на море. Солнышко говорит, ветер поменялся. Мне кажется, что ветер поменялся. Ну, по-моему, видишь, он в сторону стал дуть. Сейчас да. Так, барашки есть. То есть он корабль стоит. Восточный. Значит, сейчас он стал... Получается, южный, что ли, западный? Ну да, он оттуда, с этого, с северо-востока, что ли? Вот. Да, с северо-востока. Оттуда дул. С северо-востока сейчас хреначит. Нет, был северо-восток. Вон баржа, смотри, видишь, далеко? На горизонте. Да, точно, смотри, волны, видишь, с другой стороны? Но. Они были оттуда, а сейчас они здесь, в другой стороне. Все равно тот же самый чаек там до хренища. Сидят на берегу. Ну там вообще, наверное. И опять купаться не будешь. А волны-то поменьше. Да какие меньше-то? Меньше нет. Опять никого на пляже нет. Мы одни первые. Ну это, они ходят по пляжу только, да, туда-сюда.